А вот и наш бассейн. Джакузи заняли, да, наш? Она всегда красивая, да? Я хочу как папа, да? Проснулась и уже красивая. Счастливый ребенок. Классно. Сейчас мы тоже пойдем жопки мочить. Мы взяли вам вот такую штуку. Что это? Ну что, друзья, сегодня у Алексея я водитель его машины. И мы заезжаем на мойку. Сейчас покажем, как здесь моют машины. А я впишусь туда, Лёш, колесом? Вот написалось. В желтенькую мне надо попасть колесом? Он будет показывать, этот парень, он будет показывать влево, вправо, куда-то. Сейчас ближе подъедешь, он тебе все покажет. Вон там желтенькая, вроде как я должна туда попасть. Короче, попала я в рельсу левым колесом. И теперь все. Я включила нейтралку, отпустила, убрала руки с руля. Правильно, Лёш, я больше не рулю? Нас обливают пеной. А стоимость такого удовольствия... Щетки! Щетки нас, короче, помыли. И вот с Алексея стороны щетки нас моют. Еще спереди будет тереть. Еще сейчас спереди будет тереть. Прикольно. А мы были уже с Кирюхой здесь. Еще такая щетка. Это какая-то чудеса на миражах, да? Сначала. Классно. Насколько вообще умные люди, все автоматизировано, ничего вручную не происходит. Плати и езжай, да? Называется. А теперь сушат нас. А что, и дворник? Смотрите, какая наичистейшая машинка. Зеленый свет мне там загорелся. Я поехала. А сейчас мы заехали на парковку, где здесь можно пропылесосить. Я сейчас выйду из машины, и Алексей тут все пропылесосит. Машину глушить не будем? Все, пошли. Наичистейшая машинка. А что это такое? Чуть-чуть, да, не домыли? Ну, ты ее слишком сильно загрязнил. И сейчас Алексей пропылесосит. А он не дует, ну-ка. А, дует. Сейчас Алексей пропылесосит. И все это удовольствие стоит либо $32 в месяц, либо $10 за одну мойку. А сегодня почему-то акция была $6. Всем привет, друзья. Можете меня поздравить. Я неделю назад примерно сдала теоретический экзамен по вождению на американские права. И сегодня сдала уже практический экзамен на американские права. Вот. Мне выдали временные права до какого-то там октября. Вот. И в течение, сказали, месяца пришлют пластиковые права на почту. Давайте покажу, что мы сегодня купили в Falling Price. Falling Price – это магазин «Падающие цены». Начинает он работать со вторника. Во вторник самая максимальная цена – $6, но и во вторник самые стоящие товары продаются в этом магазине. А чем дальше, ближе к концу недели, тем ценники все ниже и ниже. В субботу они вообще по 25 центов продают. Но конкретно в нашем Falling Price, который от дома в пешей доступности, кассиры рассчитываются сумками.
То есть ты не сумками, а пакетами. Берешь на кассе пакет, напичкиваешь туда полный пакет, сколько тебе угодно всяких вещей, но там уже такие дешевые остаются вещи, всякие блокнотики можно посмотреть, там какие-то салфетки. В общем, ничего такого дорогостоящего уже в субботу, конечно, не купишь, потому что во все предыдущие дни их разбирают. Вот. Но, тем не менее, в субботу в нашем магазине вот полностью набитый битком пакет стоит $2. А так официальная цена за каждую вещь 25 центов. Вот. А во вторник ценник, как я уже сказала, $6. Давайте посмотрим, что мы купили. Сегодня по $6. Каждый товар абсолютно вообще не важно. Хоть он будет там $300 по факту стоить там где-нибудь в магазине или там в интернет-магазине или там в обычном магазине. Хоть он будет там $500 стоить. Сегодня, кстати, женщина из Украины, беременная, ждет ребенка, не знаю, визуально где-то месяцев 7 уже есть ее малышу, который находится в животике. Она, представляете, урвала кроватку, детскую деревянную кроватку, тяжеленную. Ну, видно, что она прям добротная, качественная. Короче, за 6 баксов ребенку купила кровать. Представляете, я прям так порадовалась за нее, здорово. Ну, а я была... Мы были всей семьей, и Алексей, и дети. Давайте посмотрим, что купили мы сегодня по $6. Начнем с того, что мне нужен был фен. И вот такой бомбический ПРО, это значит, ну, насколько я понимаю, профессиональный фен, я купила за $6. Вот такую сковороду, блины жарить тоже. Классная сковородочка новенькая, $6. Ножи. Посмотрите, какие классные ножи. Целый набор ножей. Здесь есть шеф-нож. А вот этот нож, я так понимаю, для овощей. И вот этот нож, там, картошку почистить, яблочко почистить. В общем, набор вот таких ножей нам тоже обошелся в $6. Все, что я сейчас буду показывать вам, каждый товар стоит $6. Вот такой купальник я себе купила. Он такой. Нижняя часть купальника с завышенной посадкой красиво скрывает животик. С такими вот бахромушками, этими складочками по бокам. В общем, такой купальник взяла тоже за 6 баксов. Алексей себе купил вот такую обувь. Все вещи здесь, чтобы вы понимали, новые, с бирками. Никто ничего не носил, никто ничем не пользовался. Вот. Единственное, что они могут быть, конечно, с каким-то браком, с каким-то там иногда бывают, знаете, сковородка деформированная, не круглая, а там... согнутым краем каким-нибудь бывает, поэтому надо внимательно смотреть, конечно же. Вот такие себе на зиму ботинки Алексей взял, $6 тоже. Я себе взяла зимнюю куртку, она такая, знаете, удлиненная получается, внутри фиолетовая подкладка, вот такая она стеганная, с кармашками, в общем, с капюшоном. Я спросила у нашей соседки, бывают ли здесь в Калифорнии такие зимы, чтобы вот прям вот такую куртку. Она не сильно прям на русскую зиму, на московскую она, конечно, не подходит. Вот. Ну, соседка сказала, что для калифорнийской зимы это прям вот в самый раз курточка. Вот такая куртка 6 баксов мне обошлась. Вот это я не пеку макаронцы. Макароны, или как они называются? Ну, десерты, да, вы поняли, такие разноцветные, красивые. В общем, это у нас... миндальная мука, аж целый 1 килограмм 360 грамм, и вот это, Леша посмотрел, стоит на в Walmart 50 с чем-то долларов. Ну, конечно же, я не могла не купить эту муку за 6 баксов, пусть будет, пригодится, посмотрим рецепты какие-то. Вот это я загуглила на Амазоне, стоит $26, это для... там очистки лица, в общем, буду разбираться, что-то для ухода за лицом. Это мы купили в качестве подарка такую термосумку нашему хорошему приятелю, другу. Термосумка, чтобы напитки сложил сюда, пошел в бассейн, напитки холодные у тебя сохраняются на протяжении длительного периода. Вот такая вот сумка-холодильник, небольшая, для напитков. Также мы купили в подарок нашему другу вот такую вот сумку. Дорожная сумка просто. Ну, вот, смотрите, чик.
видно, да? Вот такая вот дорожная сумка тоже в подарок пойдет. Так, здесь закончились у меня. Давайте перейдем с вами. Это мы вчера были на пикнике и еще не все разобрали. Вот такие себе босоножечки купила. Классные мне понравились. За счет того, что здесь платформа, каблучок практически не чувствуется. На ноге очень комфортно, удобно. И чтобы вы понимали, это тоже обувь новая, с бирками. Эта обувь стоила 35 баксов. Мы ее сегодня купили за 6 долларов. Вот такие вот босоножки. Дальше, вот это у нас постельное белье. Постельное белье здесь тоже дорогое в магазине. Вот эта вот фирма достаточно хорошая. Мы много чего покупали уже этой фирмы. И внутри вот такое вот постельное белье, вот такого цвета. Здесь в комплекте должно быть две наволочки. Пододеяльника как такового в Америке не бывает. Здесь такое огромная простынь. Простынь здесь, скорее всего, на резинке. Вот смотрите, внутри, значит, two kind pillow case, да, два две наволочки, 198 на 203 пододеяльник, я так понимаю, и 279 на 264 просто пододеяльник вот этот на резинке, а вот этот 279 на 264 это просто простынка. У американцев так, стелишь простынку, а сверху кладешь одеяло. Потом простынка, соответственно, соприкасается с телом, простынку стираешь, а одеяло уже не стираешь. Вот, бланкет. Так что вот такой комплект постельного белья купили мы тоже за 6 баксов. Очень-очень выгодная цена, потому что, ну вот представьте, комплект King Size, это большой размер для нашей кровати с Алексеем. Вот это у нас гималайская плита для приготовления пищи. Это тоже у нас идет на подарок, но в упаковке прям, ну, такая запакованная, да, плита. Но наши друзья, которым мы это дарим, были в таком восторге, что мы не могли не купить то же самое для себя. Короче, мы себе тоже взяли, вот видите, просто на барбекю. Я думаю, что если есть такого размера сковорода, можно на сковородку. Ставишь вот эту плиту с солью, сверху кладешь разные там стейки, овощи. И уже, соответственно, пищу солить не нужно. На этой плите из гималайской соли готовишь. Пища потом уже готовая, соленая. Она мега тяжелая. Ой, слушайте, можно даже открыть, посмотреть. Смотрите. Короче, там вот этот вот брикет соли. Дальше, смотрите, какие себе миленькие, классненькие босоножечки купила. Они такие легкие-легкие, на ноге практически не ощущаются. В жару это просто идеальная обувь, то есть ты ее не чувствуешь, как будто босиком ходишь, но при этом ты в обуви. Вот такие вот миленькие, классненькие. Я не знаю, здесь ценника не было, но в любом случае для меня они обошлись в 6 долларов. Вот такая фирма. Я даже не гуглила, не смотрела, сколько в реальности ценник, но решила взять. Вот это целая коробка с вот такими диспансерами, или как их там, ну, короче, для жидкого мыла, вы поняли, да? Наливаешь сюда, а здесь какую-нибудь губку можно поставить, или там, не знаю, мочалка не поместится, конечно. Ну, короче, для мыла, вот, дозатор. И здесь их 4 штучки как раз в ванную комнату, одну ванну, вторую ванну. Может быть, на кухню поставим. В общем, посмотрим. 4 вот таких вот дозатора для мыла. 6 баксов. Потом вот эта вот штука. Это какой-то маринад. Orange sauce. Леша посмотрел, тоже 38 долларов в Walmart стоит. Мы решили взять. У нас есть в морозилке стейки. Мы, короче, их замаринуем. Но походу это не маринад, это какой-то соус. Потому что, видите, какая-то готовая пища нарисована и в чашечке соус налит. В общем, это соус какой-то. За 6 баксов взяли 2 практически с половиной килограмма соуса.
Вот такие. А, Миша еще взял наушники. Беспроводные наушники. Пойдемте еще сюда. Здесь некоторые товары еще остались. Сейчас закроем. Опс. А то прям солнышко печет. Вот так. Чик. Здесь у нас, смотрите, батарейки Duracell. Целая упаковка батареек. Вот такие вот. 6 таких вот упаковочек по 4 батарейки. 24 батарейки вот в этой коробке. Тоже 6 баксов, 24 батарейки. Вот эта электрическая, она не электрическая, работает от батарейки, точилка для карандашей. Просто суешь туда карандаш, и она начинает от батареек точить. Вот. Ты просто туда засунул карандаш, подождал, вытащил, и он острый, классный карандашик получается. Вот эта вот штучка. Дальше раскручиваю, не то чтобы раскручиваю, Леша тоже понимает, что нам нужна вторая машина, а так как у меня два телефона, мы уже вам показывали как-то в предыдущих видео, что нам подарили эти телефоны достаточно крутые, Самсунги, в нашей школе английского языка, поэтому я сказала, я буду пользоваться двумя телефонами, один у меня будет работать как навигатор, второй будет меня развлекать, поэтому я взяла два вот таких держателя для телефона. Леша загуглил, один стоит порядка $27 в магазине, а нам он обошелся в 6 баксов, а второй стоит больше $50, вот этот подороже. Вот, и, соответственно, нам он тоже обошелся в 6 баксов. Такие покупки мы сегодня совершили. Беспроводные наушники я вам показать не могу, потому что Миша их умыкнул. Так, а из еды... А из еды мы больше ничего не брали, да? Соусы только, да. Все, короче, вот такие покупки мы совершили. Кому понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Общая стоимость, общая сумма чека у нас вышла 122 бакса. Ну что, морковка у меня готова. Посмотрите, какая она сочная, аппетитная, классная морковка получилась. Вот сейчас в контейнер, не знаю, наверное, два контейнера надо брать. И мы сегодня кайфуем, в парк идем гулять. Сегодня у моих друзей мероприятие, вот. Поэтому мы сегодня на шашлыках. И на морковке. Кому нравится, ставьте лайк. Все, морковка готова. Вот такой контейнер хватит на пикник, посмотри. На пикник. Это тебе домой возьмешь. И это себе немножко тоже оставила. Вот. В общем, такое количество моркови получилось из 3,5 килограммов. Вот. И чуть меньше килограммчика тебе на плов. Где мое растение? С днем рождения, Мирочка! Расти большая, здоровенькая, самая-самая счастливая. Чтоб каждый день и каждую минуту радовала родителей своими успехами, своими талантами. Так, ты хоть улыбнись. Смущаюсь. Мишута, дари, Мишута. Я что-то глаз, что-то. Мыло. Солнышко, что такое? Ничего, подарок принимай. Большой. Большой? Дочь, давай этот мне, принимай новый подарок. Ура! Миш сказал что-нибудь? Да? А что за морда-то не дал? Я дома есть. Ты не еврей, послушай? Вот такой красивый тортик. Мама боится. Вот здесь. Готовы? Еще три. Раз, два, три. Давай. Дуем. Молодцы. Давай, Мира, еще раз давай. Еще хочешь? Все, больше не будем задавать. Еще хочешь? Класс. Сейчас пока свечи. Давай еще раз. Давай еще раз. Да, это, до конца не загорят. Да! Все, Арзу теперь один раз. Давай, Арзу.
Дамира, давай, дуй. Снимай.